James Bond. Клуба Валерия Бровкина и Игорь Кобелев были у нас в гостях. Немного вы танцевали к нам. Спасибо, затанцевали. Молодцы. Спасибо. И представлю еще одного нашего гостя. Екатерина Воронова, судья, педагог по бальным спортивным танцам. Доброе утро. Здравствуйте. Пройдемте мы сюда, что же будем здесь стоять в уголочке. Так, это у нас что за танец был сейчас? Это был танец ча-ча-ча. Латиноамериканская программа, да. Ну, с какого возраста все-таки вот, таким танцам можно научиться? Ну, мы берем ребятишек с 4 лет, но многие родители просят и в 2, и в 3. В 2 года? Да. Некоторые еще ходить не могут. Но они, ну, возьмите, пожалуйста. Я говорю, ну, если так, а будет толк... А что с ним делать-то? Что так делаем? Учим, да, учим танцевать. Ну, родители очень рано сейчас хотят. То есть мы с 4 берем, но если детки в 3 года что-то делают, в 2, то, ну... Стараемся не отказывать никому. Но в этом возрасте они легко обучаемы все-таки? Или это как-то больше танец-игра получается? Ну, дети разные абсолютно все, поэтому все индивидуальный подход нужен каждому ребенку. Поэтому кто-то и в 3 может, кто-то в 2, а кто-то и в 5 не может. А какие-то вот сейчас есть оценки, вот со скольки лет начинают именно участвовать в соревнованиях? А у нас есть сейчас массовый спорт, это где дети могут танцевать как в парах, так и по одному. Ну, чтобы вот, потому что мальчиков же приходит меньше, обычно девочек очень много, на 10 девочек там 2 мальчика. Поэтому очень сложно, а и есть массовый спорт, там могут и девочки по одному танцевать. А вообще, как уже спорт, бальные танцы, это, ну, в основном уже вот где-то вот 7 лет в основном. То есть вот ты это там... проблема моего детства, сейчас перебью тебя, вот что не нашли мне партнера, и не смогла я все-таки танцевать. Ну, у нас, знаете, очень много взрослых ходят на занятия, да, у нас, так как и детские группы мы набираем, так мы набираем, хобби-класс называется, то есть это в любом возрасте могут приходить желающие. Человек вот так вот решил, хочу танцевать, и уже с такого, в возрасте уже можно этому научиться, да? И в 50 лет приходят, и в старше приходят, то есть народ... Давайте мы наших героев спросим немножко про танцы. Ой, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какой у вас любимый танец? Ча-ча-ча. Ча-ча-ча? Наверное, да, ча-ча-ча. Замечательно продемонстрировали нам. А самый сложный какой? Медленный вальс, можно? Медленный вальс. Медленный вальс? Ага. И для тебя тоже? Да.
А нравится танцевать? Да. А почему нравится? Потому что это красиво. Красиво? Вот. Правильно. Ответ настоящая девочка. Да. Лера у нас букву «Р» учит. У логопеда, поэтому она все говорит с буквой «Р». Ну, давайте дадим еще возможность танцевать и танец польку. Да. Ну, давайте мы с удовольствием, да? Ой, это музыка не полька. Попросим, да, музыку включить нам как раз, и наши герои нам продемонстрируют. Every day there's music with you, that wonderful life, a rhythm surprise. Every day you take up the moon and build in my heart. Live to dance with me. Спасибо. Молодцы. Ну, так как я танцами не занимался, мне простительно было ошибиться, но я так понимаю, что это не полька, да? Музыка, к сожалению. Ну, музыка, да, не полька, но танец сам вот такой замечательный. Даже под другую музыку ребята нам замечательно продемонстрировали. Ну, он как-то веселее, мне кажется, да, чем ча-ча-ча танец? Как-то зажигательный. Ну, он более детский. Ну, для чего нам нужен танец полька? Потому что у нас в массовом спорте идут полька, диско, такие танцы, а уже когда в спортивной программе у нас идет танец квикстеп. И там очень много элементов, ну, связанных с полькой. Она помогает в прыжках. А сколько вообще видов танцев существует? Обучаетесь? Скольки там? 10, 20? Ну, спортивная программа вообще 10 танцев. 10. 5 танцев латиноамериканской программы и 5 танцев европейской программы. Ну, вот еще плюс у нас по массовому спорту идет диско-полька, сударушка. Ну, такие как бы детские танцы. Но они идут в основном до 6 лет, а потом уже занимаемся спортивной программой. А полька, она недавно в программе какой-то появилась или... Ну, вот массовый спорт, когда ввели, ну, буквально годика, наверное, 3-4 мы вот занимаемся. Хотя раньше, когда я еще была маленькая, когда занималась, мы тоже танцевали полька. Ну вот, а на чемпионате «Огни большого города» вот такого возраста дети, они будут принимать участие? В этом году «Огни большого города» будут проходить 3 дня. Не 2, как обычно, а 3. И там вот первый день как раз будет посвящен малышам. ШБТ-программа будет и, ну, начинашки такие вот. 2006 год. 19, 20, 21. Октября. Декабря. Декабря. Да, у нас всегда огни проходят перед Новым годом. Это как праздник такой новогодний. Ну да, это действительно праздник, и такое массовое, красивое событие. Да, и вот в этом году будет 3 дня проходить, будет в Ерыгино. Ну что ж, спасибо вам. Екатерина Воронова была у нас в гостях, судья-педагог по бальным спортивным танцам, и демонстрировали свое мастерство Игорь Кобелев и Валерия Бровкина. Спасибо вам большое. Спасибо вам.